Насчет ситуации на границе между Таджикистаном и Киргизией, это уже не первый раз, к сожалению, происходит такое обострение. Мы призываем наших союзников к тому, чтобы они вступили в диалог, чтобы максимально воздерживались от применения силы, готовы предоставить свои посреднические услуги. И считаем, что чем скорее ситуация успокоится, тем будет лучше. Мы сегодня об этом отправил ноту друзьям, МИД России о заявлении Лаврова по таджикско-кыргызской границе. Был констатирован тот факт, что деятельность в области делимитации и демаркации государственных границ является внутренним делом государств-участников ОДКБ и ведется исключительно на двусторонней основе. Отмечено в сообщении департамента. До сведения российской стороны было доведено, что переговорный процесс по разрешению приграничных вопросов между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой ведется на регулярной основе в рамках Межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы, а также рабочих групп по правовым и топографическим вопросам, опираясь на передовую международную практику и положение соответствующих международных правовых инструментов. Кыргызская сторона считает крайне необходимым вести двусторонние переговоры, нацеленные на конечный результат. Так, официальный представитель МИД Кайрулан Дыйканбаев прокомментировал предложение российской стороны о предоставлении посреднических услуг по разрешению ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана, передает Акипресс. В первую очередь хотел бы отметить, что Россия была и остается надежным стратегическим партнером и союзником Кыргызстана. Все мы являемся государствами-членами ОДКБ, благодарим российскую сторону за двустороннюю поддержку и заботу, отметил представитель МИД КАР.